Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня хочу показать вам нашу теплицу. Здесь у нас растут помидоры и огурцы. Такие у нас помидорчики. Сейчас краснеют, уже где-то дней 10, как мы их едим. Расскажу вам, как мы их сажаем, когда. Вот такие красавцы. Сажаем мы их в начале марта, рассаду, в общем-то рано. Где-то ближе к маю мы их, всю эту рассаду, переносим в теплицу. Сюда так вот ставим, в баночках она у нас, в ведрах, и чтобы она не замерзла, делаем здесь еще одну теплицу. Значит, дуги ставим, закрываем нетканым полотном и пленкой. Так вот они у нас как в термосе. Мы где-то к 10 мая высаживаем в грунт, но дуги остаются. Дуги остаются, значит, мы их укрываем. Вы видели, в каком климате мы живем? У нас вот даже 1-2 июля мороз был, картошку убило, ну, помидоры в общем в теплице ничего не сделалось. Ну так вот мы их выращиваем. Посмотрите, какие они у нас. Делаем уже небольшие заготовки. Закатываем в баночки их на зиму. Сорта, друзья мои, я не знаю. Но вот это вот такие вот оранжевые. Очень вкусные. Они поспевают у нас. Ну, конечно, трудов с ними. Но это стоит того. В магазине, конечно, можно и купить. Они вот в том году, в сентябре, были по 40 рублей килограмм у нас. Можно купить. Ну и покупаем, конечно. По весне, потому что любим мы помидорчики, но вырастить самим — это, конечно, совсем другой разговор. Свои они есть свои. Не зря труд вложен, это стоит того. Вот обратили внимание, красные тряпочки, ленточки, обвязываем их так. Ну вот, это, говорят, помогает, чтобы они быстрее созревали, красный цвет.
Вот этот сорт мне нравится. Они такие вкусненькие, малиновые. Да, все они мне все нравятся. Все сорта. Пчелки жужжат в теплице. Ну а жара 33-34-38 градусов днем. Дождей нету. Устали мы уже. Без дождей все сохнет. Картошку как морозом прибило. Я даже не хочу показывать. Хотя просят, покажи. Но она в одном состоянии. Листья желтые. Страсть смотреть, если дождей не будет. В общем, так чуть-чуть можно копаем. Но сегодня у меня картошки, мы о помидорах. Вот они нас радуют. Вот такие вот помидорчики. Я не знаю, как они зовутся. Они как вроде дамские пальчики, но они такие коричневые. Коричневые, шоколадные, шоколадочки, очень вкусные. А тут наши огурчики. Ну, сейчас только собрали их. Вот один остался, я вам его покажу. Ну, в этом году с огурчиками у нас не особо. Почему-то они цветут. Ну, есть они так вот уже где-то с недельку пошли. Ну, хватает. Но обычно их бывает больше. Ну, буду, наверное, еще. Может, от жары. Может, год такой не огуречный. Всякое же бывает. С растениями. Ну, хватает нам. Свои они свои радуют. Это такой большой-большой помидорина. Мясистый такой. Уже срывали такой один. Прям как сахарный. Все уже переспели. Надо будет сорвать их. Вот они, эти большие мясистые помидоры. Вон один внизу там. Ну, в основном сорта у нас вот такие вот высокие, вот прям на уровне груди. Вот этот вот помидор большой почему-то поспевает. Снизу помидорки первые, здесь вот такие вот. Какие они. А, друзья мои, небольшая тепличка тоже, парничок. Очень простенький. Дуги. Нетканное полотно. И здесь вот тоже высадили помидоры. В общем-то, они довольно неплохие. Поспевают. Все очень просто делается. Без массы, хлопот и затрат.
Какие вот они у нас. Тут уже есть. О, покажу, вот. Значит, когда было холодно, сверху еще пленкой укрывали, чтобы выдержали все морозы они. Довольно практично. Вот такой у нас урожай. Ну всем пока, мои друзья, мои зрители. Всем мира и добра. Удачи. С вами был Владимир. Пока-пока.